Дорогие друзья, всем привет! Ну что ж, я нахожусь сейчас на своем проекте, на котором в последнее время стало очень много записывать видосов. И я реально очень сильно хочу этот проект... Я просто вот уже вижу, когда этот проект будет полностью пройден. И новенькие зрители, они офигеют от того, что у нас получится. А я вам сейчас расскажу, кто не понимает, о чем идет речь. Короче, смотрите. У меня сейчас проект, на котором 0 кубков, да? Вы знакомы с этим проектом, потому что уже последнее время я частенько записываю ролики. А так этот проект уже длится больше там года. Короче, здесь 32 бойца из 48. При этом уже есть динамайк. Напомню, на этом аккаунте 0 кубков. 0 кубков и есть персонаж из Пути Славы. И он, кстати, получен здесь не с этого, не с Brawl Pass. Не с Brawl Pass. Но мы также немножко провтыкали здесь кольта, могли забрать Брока и еще кого-то, я уже не помню, или все, или больше никого. Да, по-моему, больше никого. Но обязательно, если будет в Brawl Pass какой-то персонаж с Лиги, ну, с Лиги Славы, с Пути Славы, ой, извиняюсь, с Пути Славы, Лига Славы, это другое, перепутал, с Пути Славы, то я обязательно буду активировать на этом аккаунте Brawl Pass, дабы забрать скин вместе с персонажем. А теперь представьте, на аккаунте 0 кубков, на аккаунте куча старпоинтов, на аккаунте все персонажи, ну прикиньте, все 48 будет, и все фуловые, и это же еще не самая главная фишка. Мало того, что на тот момент это было удивлением, так здесь 470 маленьких боксов и 20 биг ящиков. Во-первых, этих ящиков уже в игре в помине нету, их невозможно нафармить. Так и на тот момент такое количество при нуле кубков вызывало ажиотаж. И все были типа, чё, я на обычном аккаунте не могу нафармить столько, а тут на нуле кубков. И меня всегда вдохновляют проекты, которые удивляют зрителей. Так вот, я очень вдохновлен, хоть я сюда и очень много трачу и практически вообще не играю, я все равно рад записывать на этом аккаунте новые видосы, если есть по этой теме повод. Ребята, если вам нравится этот проект, когда я сюда доначу, и вам нравится моя идея, которую я хочу воплотить, пожалуйста, поддержите лайком. Прямо сейчас вот все, кто реально считает, что круто, если мы доведем его до конца, и все 48 бойцов здесь будут на нуле кубков. Ну, это со временем, когда с Brawl Pass'ов будут бравлеры со скинами там продаваться, да? Может быть, через год такое будет. То, пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской. Сегодня я на этот аккаунт задоначу, внимание, самую дешевую акцию на самый дорогой аккаунт. Потому что этот аккаунт реально очень дорогой. Если посчитать за год или сколько там уже, 2 года, я путаюсь уже во времени. Время так быстро летит, что я реально уже запутался. Наверное, ему уже 2 года. Сколько я потратил сюда денег? А поверьте, сюда я потратил, думаю, ну... Не больше, конечно, основы, но я думаю, что половину точно. Надо подсчитать. Короче, я сейчас задоначу X5 выгоду. И после этого еще, знаете, что хочу? Активировать Brawl Pass, забрать база и открыть все до 30-го степа. На оставшиеся гемы откроем сундуки. И опять же, внимание, ребята, акция очень дешевая, но я ее кому-то подарю за свой счет. Дешево, сердито и приятно. Что надо сделать? Все очень просто. Это не конкурс, это чисто вот для вас помощь. На лайв-канале сегодня выйдет новый влог. Ссылка будет на лайв-канал в описании. Я думаю, вы все знаете мой лайв-канал. Там будет сериал с выживания. Не знаю, серии 5 будет. И вот сегодня первая серия. Самые свеженькие комментарии, самые крутые комменты буду лайкать, закреплять. И кому-то одному из вас куплю эту акцию, скину деньги. Так что... Ждите, часиков в 5, может, вечера, в 6 выйдет влог, не пропустите. Ну, а я тем временем буду донатить. Кстати, любые акции, я когда покупаю вам, я проверяю, чтобы вы вводили в магазине код Aurum. Если у вас код Aurum в магазине введен, то и если ты выиграешь, то ты по-любому получаешь от меня донат. Если ты не ввел код Aurum, да, и выполнил все условия, то, блин, брат, ну, сорян тогда. Короче, доначу, полетели. Самая дешевая акция на самом дорогом аккаунте. Давайте проверим. Воу, 10 гемов, воу. Давайте проверим, будет ли что-то интересное или нет. Так, первый ящик. И сразу же открываем. Абсолютно ничего. Ну, конечно же, на этом ролик бы не закончился. Поэтому холдик сюда снова донатит. Я сюда дешевле, наверное, 50-100 долларов. Ну, не донатил вроде никогда, ну, если там не покупал какую-то дешевую акцию. В основном я сюда закидываю очень крупные суммы. Ну, не жалко на такой аккаунт, не жалко ни капли.
Да и вам донатить тоже не жалко, когда я знаю, что вы подписываетесь и ставите лайки. Плюс, когда выйдет новый влог, поспешите, потому что я люблю, когда первые зрители смотрят, лайкают, когда я вижу, набирается огромный актив. Я люблю вот такое, и поэтому отблагодарю первых, кто там вообще ждет влоги и прям с нетерпением залетает. Короче, нажимаем активировать Бравл Пасс. А, я не знаю, выгоднее, да, на 6 уровней сразу? А, стоп, мне просто надо активировать, да? Активируем Бравл Пасс. У меня ж тут... А, блин, надо было все-таки активировать, ладно. Так. Блин, а хватит гемов? А гемов хватит? Переживать я начинаю. Фу, боже мой. Еще два степа, плиз, плиз, плиз. Пожалуйста, есть, хватило. А что так много гемов уходит? Я думал, немножко останется. 120 гемов осталось. Давайте собирать Бравл Пасс. Че мы ждем-то? Скин на Карла. Дальше у нас маленький ящик. Дальше у нас мега ящик. Я сразу по ящикам пройдусь. Золото собирать не буду. Гемы потом соберу, когда понадобится. Сейчас интересуют только ящики. Интересно, есть шанс, что нам что-то выпадет? Давайте я покажу вам, чего нет. Все гаджеты, все пассивки есть. Просто, понимаете, это не то, что... А, нет, на Байрона нет. На Байрона нет. Ну, на не может выпасть. Ну, давайте посмотрим. Может, Лего? А, Леги есть у нас, да? Оу, май! Проверяем, ну это гаджет, да. А, на Гавса гаджета нет, да. Ну, блин, я в шоке, просто в шоке. Это такой аккаунт, бля, просто фуловый. Так, пины. Так. Просто ящики, ну... Понимаете, мне тут только акции интересно покупать, потому что, ну, ящики вот так открываются. То есть, знаете, у меня такое ощущение складывается, что я сейчас нахожусь на основном аккаунте и трачу деньги. Опа! О, пожалуйста, хоть бы там бравлер какой-то новый был. Потому что гаджеты, пассивки, это все круто, а вот бойца получить это... Итак, первое. Гаджет на прима. И второе, пожалуйста, давай, боец. Да! Да, боец выпал новый! Лу, ребята, лу, новый боец. Мы сейчас второго хроматика заберем на этом проекте, потому что сейчас еще дойдем до база. Все, отлично, сейчас еще будут падать с ящиков нам даже поинты. Красота, ой, красота. Посмотрите, 177 поинтов. Так давайте заберем, там еще поинты были. Ну хотя я на базах хотел их потратить. Ой, я ящик пропустил. Ой, боже, еще один новый. Я думал, этот боец. Это гаджет. Так, хорошо, сколько открыли мы уже? 20, да? Полетели. Опять что-то новенькое. Да ладно. Блин, гаджеты, я реально так волнуюсь, что сейчас опять что-то выбьем. Так, хорошо. Ну, блин, бодренько начало. То как-то так... Так как-то, блин, знаете. Знаешь, начали мы с самой дешевой акции, заканчиваем дорогим донатом. Кстати, знаете, что я думал? Я думал, проект в путь, там нам сняли 300 кубков, закончить за один раз, вот так, запустить трансляцию и все 700 трофеев апнуть на одном стриме. Может, выделим какой-то день, ребят? Напишите в комментах, поставьте лайк, если хотите, конечно. Так, ну шо? Ну, типа, первый... И вот сейчас все зависит от вас. Если лайк прожат, новый боец. Подписан на канал, что-то редкое. Не сделал это обычный гаджет. Ну вот видите, а я знал, что будет гаджет на Байрона. Так, ну и конечно, забираем нового бравлера база. Ребят, напишите в комментах, у вас у всех уже есть новый бравлер баз? Или есть такие, кто еще его не выбил? Или может вы его... Не хотите вообще, или хотели бы. Просто мне интересно. Может, я замучу какой-то конкурс с Бравл Пассом, хотя это уже не актуально, но тем не менее. Может, у кого-то еще база нету, кто-то хочет. Я посмотрю просто, знаете, на что? Понятное дело, что таки найдутся. Я посмотрю на количество желающих. Может, ну, я без понятия, честно, без понятия, без доната у вас появился этот бравлер. Ну, бравлер, во, я прям доволен. Так, окей. Опа, у нас в магазе вот это есть. Б-б-б-б. Да, круто было бы купить эти все штуки, но я потрачу деньги на ящик. Три! Да! Три новых! А-а-а, я забыл, что бас добавился. Ну и какой-то, наверное, гаджет или пассивка. Итого. Итого, ребят. Мы с вами имеем баз и лу. Давайте прокачаем. Кстати, можно было на 7 левел прокачать, может, пассивка, гаджет выпал. 69 гемов, чуть-чуть не хватает на вот эту акцию, но... В целом... Ой, мы можем тут... Все равно не хватит.
Да, старпоинты есть, но... А нет, вот, все, теперь хватает. Конечно же, тратим это все на база. Можно и на лу, но я бы база прокачал больше. Можно еще тут пособирать вот так. Ну, я люблю... Я перфекционист, люблю, когда аккаунт фуловый. Видите, чуть-чуть гемо подсобирал, очень помогло. Вот, ввел код ауру в магазине. Сразу, два новых бойца. Ну, одного мы забрали прям. Так, прокачиваем. 7-й левел. Ребят, ну что ж, это был мой проект, на котором мы фармили 1000 ящиков. Это проект, который будет легендарным в конце, когда мы его закончим. Я на нем ни одной катки, ни одной победы не сделаю. О, кстати, гриф уже появился в игре. Ёшкин матрёшкин. А я и не видел. А вы знали, да, что гриф появился в игре? Хм, прикольно. Вот. Есть тут что еще выбивать. Бойцов разблокировать, но поверьте. Ну, с нуля. Просто с нуля. Потом как стартанем сразу на 60 тысяч пуш. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся совсем скоро. Возможно, еще, сегодня еще один будет видосик по проекту. И не пропустите в 5-6 вечера первый день серии сериала выживания. Первая серия сегодня. Помните, одному из вас задоначу. Самые первые комменты пишите. Пока!